Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Илья Ибаров дал очередное интервью, прокомментировав общение с матерью его сына Богдана. «Мы друг для друга чужие люди. Я про нее совсем не вспоминаю и не вижу смысла об этом говорить», – заявил Ибаров журналистам «Дома-2». Такому спокойствию можно позавидовать, но для Ибарова это не первый опыт и не первый ребенок, которого он отказался содержать. Илья совсем не интересуется жизнью Савкиной, но есть люди, которые ему о ней рассказывают. До него дошли слухи, что Богдан уже совсем не вспоминает папу. Уже были новости, как Савкина отказалась от вмешательства в жизнь Ильи, суда и разборок по поводу его отцовства. Ебарову это лишь на руку, Бог ей судья, говорит мужчина, который совсем недавно собирался налаживать общение с Рапунцелями и прибегнуть к помощи крестного Богдана Алексея Купина. Таким образом, все, что говорит Ебаров сегодня, завтра он уже забывает, а если пройдет пару месяцев, то не увидит своей вины в случившемся. А ведь именно он был инициатором разрыва отношений и скандала в студии «Бородина против Бузовой», после которого отказался и от Алены, и от ребенка. И даже его мать, Людмила Михайловна, фигурировала в этой неприятной истории. Не собирается общаться и не вспоминает, куда интереснее заниматься чужими отношениями на «Доме-2», но интервью дает. Но, скорее всего, сам или благодаря очередному сценарию хочет зацепить Савкину и вызвать ее на разговор. С Купиным ведь обсуждал возможности встреч с Богданом. Кто-то из двух родителей должен сделать первый шаг. Развитие дочерей Ольги Рапунцель, по мнению телезрителей, оставляет желать лучшего. Для многих очевидно, София Дмитренко родилась с серьезными отклонениями, а вот Василиса, хоть и без отклонений, нуждается как минимум в воспитании и развитии. Девочка до сих пор плохо говорит, ведет себя асоциально и до сих пор ходит в памперсе. Впрочем, саму Ольгу это, как очевидно, хейтерам мало смущает. Для наследниц участница телестройки рисует самое радужное будущее, причем Оля заранее решила, кем должны стать девочки, когда вырастут. Как оказалось, Василисе Рапунцель пророчит карьеру врача и непременно стоматолога. Молодую мамочку волнует, чтобы малышка хорошо зарабатывала. Более того, на Софию у Оли еще более грандиозные планы. Когда придет пора пойти в школу, девочка будет посещать престижную гимназию, а учиться пойдет в институт иностранных языков. Неудивительно, что Ольге уже предложили закатать губу, отметив, что с таким уровнем развития ее дочкам светит место за кассой в Макдональдсе. Не успела Анна Мадан заселиться с Максимом Моргенштерном, как пришло время снова паковать вещи. Парочка рассталась и виной всему, по крайней мере так уверяет сам Максим, флирт девушки с Сергеем Захарьяшем. По словам Моргенштерна, решение разойтись с Аней он принял на эмоциях и этого не хотел. Однако и прощать девушку не намерен. Забыться после очередных неудачных отношений парень решил за периметром в компании друга. На протяжении 2 суток Максим пьянствовал и развлекался с девчонками, а вернувшись на проект, получил порцию негатива от ревнивой Ани. К слову, сама девушка не скрывает, что находится в процессе выбора. Так, Мадан уже нравится галантный Захарьяш, но и до сих пор держит чувства к Максиму. Правда, последний готов уступить экспансию другому, более серьезному участнику проекта. Более того, Максим уже предупредил, на ближайшие 2 месяца он берет тайм-аут от серьезных отношений. Все, на что сейчас способен молодой человек, это просто флирт и волшебство с девушками. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость сайта Шлок. Эту тему уже однажды обсуждали на телепроекте, но до конца так и не выяснили, в чем проблема и почему папа участника «Дома-2» Никиты Рудакова так плохо к нему относится. Отец повесил на Рудакова долг в 300 тысяч рублей. Никита взял для него кредит на свое имя. Время шло, сумма не уменьшалась, и теперь Рудаков сам выплачивает частями задолженность. Редакторы шоу решили помочь парню, и во время шоу «Бородина против Бузовой» ведущие начали названивать старшему Рудакову, чтобы спросить с него за долги.
Никита оказался должен банку более 300 тысяч рублей. Отец не смог ничего выплатить, потому что у мужчины есть зависимость, он играет. Обиженный Никита некоторое время не общался с папой, который ушел из семьи, бросив жену с тремя детьми. После этого Рудаков и оказался на телешоу, где встретил Алину Галимову. Денег у Рудакова-старшего нет, никто ему не даст и не займет, если верить Никите. Зарабатывать мужчина не может, поэтому Никита смирился и начал выплачивать сам. Как уже известно из новостей, на Рудакова периодически давят и заставляют сделать предложение Алине Галимовой. А он мечтает только о новой работе и возможности закрыть кредит. Какая может быть свадьба, если жених весь в долгах? Наконец-то хоть кто-то обратил внимание, что будущая жена Никиты Уманского, мать его будущих детей и владелица загородного особняка, взятого в ипотеку на ее имя, мерзнет на Лобном. Настя попросила у Никиты деньги на новый свитер, а он отказал, так как денег нет и не предвидится. Тогда Илья Ебаров провел благотворительную акцию для Насти Паршиной, и ей участницы набросали в коробку свои старые теплые вещи. В вечернем эфире «Дома-2» Ебаров собирал средства для Паршиной, замерзающей на бревнах без заботы Уманского. Никите было стыдно, он пыхтел, краснел, прятал глаза, потому что Настя рассказала ведущим, куда у ее суженого уходят деньги – на салоны красоты. Он делает себе с помощью уколов кубики на животе, регулярно бегает проверять, не отросли ли на лысине новые волосы, проходит различные процедуры, а ей беременный зажал деньги на свитерок. Хотя Паршина сама недавно в эфире говорила, что вещей у нее много, достает от рекламодателей по бартеру. Участники постарались и собрали для Насти узелок, растянутые свитера, грустно побледневшие после стирки гамаши и лосины, бабушкины кофты, забытые в чулане какой-то участницы, возможно, Оксаны Ряской много лет тому назад. Кому-то должно быть стыдно за такое представление, требовательной Настеньке или прижимистому Никите, но это вряд ли. Или Паршины приготовили приданное перед свадьбой, ей Уманский хотя бы платье оплатит, или Настя пойдет в ЗАГС в том, что найдет на ток-шоу в костюмерной. Маленькая София Дмитренко, причем даже больше, чем ее старшая сестра, не вызывает симпатии у зрителей. Последние теряются в догадках, выдвигая все новые и новые предположения по поводу диагноза девочки. И, судя по всему, даже сами Оля и Дима не в силах этого скрывать. Под одним из недавних фото маленькую Софию приняли за мальчика, и это для любого родителя может оказаться обидным. Однако сам Дмитренко неудобный комментарий под постом пропустил мимо ушей. Вероятно, уставший от разговоров о недуге наследницы, Дима счел это уже куда меньшим злом. Стоит отметить, как и Василису, Софию требуют немедленно показать врачу. Пользователей социальных сетей возмущает беспечность, с которой Дима и Оля относятся к здоровью своих детей. Саша Черно настроена наказать всех тех, кто долгие месяцы и даже годы досаждал ей в сети. После недавнего инцидента с телефоном номер Черно кто-то слил в сеть. Девушка пошла на крайние меры и обратилась в полицию. И, судя по всему, экс-участница «Дома-2» уже получила первые результаты. Александра записала видео для тех, кто посмеивался над ее решением встретиться с обидчиками исключительно в суде. Как оказалось, к одной из таких дамочек после заявления Черно полиция пришла в квартиру, впрочем, своей вины растерянная женщина пока еще не признала. Ярая антифанатка устроила истерику, прикрываясь детьми. Правда, это совсем не впечатлило узнавшую обо всем Сашу. По словам экс-участницы «Дома-2», на этот раз ей недостаточно просто извинений, и она готова идти до конца. Анастасия Паршина публично усомнилась в красоте своего бойфренда Никиты Уманского. На тет-а-тете с Владом Кадони девушка подняла достаточно пикантную тему. Анастасия заявила, что тело у Никиты далеко не такое накачанное, как он хотел преподнести. Для того, чтобы опровергнуть слова избранницы, Уманскому пришлось раздеваться. Впрочем, неугомонная Настя и тут нашла, что ответить отцу своего будущего ребенка. Если верить беременной участнице, да и сам Никита этого не скрывает, кубики пресса на его теле – результат уколов гормонов роста. А вот Кадони в его манере не упустил случая подшутить над подопечным. В ответ на слова Насти о том, что у Никиты висит живот, Влад предположил, что висит у парня все же кое-что другое. Сам Уманский хоть и смутился, но заверил, что сейчас это вполне нормально, ведь он как минимум не возбужден.
Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.